я пришел, он в реанимации. Ну, а после отсюда его вызвал скорую. Я всю больницу обижал. Это Рыжик, там ты Таньки титька вообще. Он вообще так задирает, блин. А вот Танюшка, ты бы пошла, позволила так вести, блядь. Че тут? Стучись. Есть кто дома? Ты давай это самое. Давай потом поговорим. Да. Под компотик. Давай чуханчик чая, крепкого вина. Сейчас. Где-то, что ты это? Там? Серег, ты не выпал. Погнали нас, короче, чеснок. Да. Скажу вам прямо, полезненько. Я вон чесноку принесу. Я чеснока наелся. Я полный чеснок. А сегодня Танька сегодня трезвый, он целоваться не будет ни с кем, нахуй, и похуй. А мы что, человек прямо тут всех обцеловал. Да. Так, все. Да? Деду, блядь, деду он зажимал, а тут деду тебе гасился, блядь. А мы только в конце не так, губой даю тебе. И, блядь, ты... Они вот удивляются, а что ты перевязываешь, блядь, если у меня есть возможность переться, почему? Ну ладно, давай наливай, блин. Я бы вообще целый. Ну, не, что ты не делал, блядь? Ты чего не наливаться, блядь? У него возможность переваться. Сейчас тебя, сейчас руки трясутся. Сейчас тебя напоишь, опять деду. Я, может, к тебе в этот раз. Спокойнее, да. Нет, ко мне, ко мне. А почему нет? Что тебе? Плохо, что ли? Молоденькая, симпатичная, красивая. Так он же... Квартиры, нахуй, со всеми делами. Что, блядь? Опачки. С прической. Почему бы и нет? Меня бы тоже уебнил, когда... А? Хотя в порядок удивил. Тебе же мало было. Ну давай, что ты? А тебе тебе мало? Так ты возьми стакан леди и все выпей. Я, а? Он же есть. Да? Смотри, у меня веди себя культурно. Проходи сюда, что ты. Где проверь, как ты губы поцеловать хочешь. Боится она. Сетка так нормально уже стала говорить. У Евгеньевича он пепельница. Евгеньевич. У тебя Евгений. Да. Ну, Тань, присядь на курочку. На чистую курочку. Тогда-то он потом сел. О, Вася, подожди. Всем привет, нахуй. Мы все бомжи. От бомжей. Не, а Танька-то не бомжи. Танька-то не бомж. От всех, от нас все бомжи. Не, а Танька-то не бомж. Или бомж. Возьмете ее? Ой, стой, стой. Нет, давай, пожалуйста. Такая, мало выпила. Она мало выпила, что ли? Не такая какая-то скромная сегодня. Ой, да что вы говорите? Я поверить не могу, ее как будто первый раз пьяная, блядь. Сейчас разгонится. Сейчас Рыжий ноготь свой засунет промеж ног, блядь, да? Нет! Ты после докон уже, блядь, шоу. Пощекотает ее там, на котоме. Был не бритый пад, ну ничего, что, ребята, вообще привет, а бульдога. Если он может перейдет. Мне прохода в городе не дают. Эй, блядь! Просто нахуй. Проход, бульдог, здорово. Ты сюда и уехал. Ты сюда и уехал, потому. Да поехал, почему туда? Это бульдог скрывается, известный стал, скрывается. Здесь я не здесь, они уже там знают. Ты уже какие-то 101-го. Я говорю, ну 101-го, а че, почему мне не покататься? И там, и там, и там. Я имею право переодеваться даже, да? Да, и переодеваться тоже надо. Все равно. Всегда по спорту. Нет, Андрюха, я просто сейчас надеваюсь. Чистая. Потому что у тебя еду, и что? Ты бомж? Да, ну нахуй! Смотри, что он говорит, а ему чё? Такие, блин, обидные слова. Как, блин? Как? Что он говорит? Если ты чистая, блядь, это что, блядь? Так, я говорю, а я что? Запрещаю. Таким никогда не был, суть. Да я и сейчас такой же буду. Так, я в следующий раз приедете вообще. Опа, Танюшка, в следующий раз приедешь, ты вообще меня не узнаешь. Еще хлеще его буду, ведь что? Я что-то такого видеть не хотел, что ли? Да, ну конечно. Да ты что? Я сейчас в таком же. Вот мне раз. Раз пятилетку тебе, ты можешь мне переодеться туда нахуй. О, я бульдог сел. Наливай, я то уйду. Блин, обязательно. Тебе не налей, попробуй, потом так же, как дед гаситься будешь от тебя. Да, я такая. Я дед тебе скромный. Я бы... Что такое? А, я, наверное, так же в углу же, да, зажала? Не, вы в том, только с той стороны. А, тебе во всех углах скромно. Ты боишься? Женщину бояться, бля, грех. Женщину хотеть надо.
Я однолюб. Вот ты ёлки. Что, рыжего любишь только? Можно любить. Ведь как-то наоборот, по-моему, женщина хотит. Да знаешь, я никогда в жизни не поверю. Чё? Сейчас это самое, сейчас еще выпью, еще раз этот схватишь, блядь. Чего? За яйца сейчас хватит. Бежать надо, рыжий! Я скажу, дед, беги нахуй! На тебе деньги на автобус, беги, дед, блядь! Сейчас Танька, блядь, начнет, блядь. Это как его? Иди, Танюш. А он, знаешь, что? Там, короче, это... Серега тоже, он, короче, Серега тоже переодевается, на. Ой, да. Надо мне подарить. А что, я что ли? Деда бери с собой. Я в ушах сережки никогда не носил. Вторую дырку в дом приоткрою. Вот это сюда сделаю, это туда. Там сережка красивая такая, знаешь, рюйками. Это Серегина жена. Да, это Сереги жена. А ты третий, тут не мешаешь? Не мешаю, я же. Вон это. Они, блядь, у них однокомнатная квартира, блядь. А, группа поддержки, да? Группа поддержки. Ёжа тоже. Он когда уходит на ноги. Тоже что, тоже помогаешь? Тоже помогаешь? Он потом ходит на третьей ноге. Я же не мешаю, я раз сразу уехал в город, нахуй, там все показал. Они тебе говорят, да? Да, время у них есть, а что? Я буду здесь им мешать, что ли? А хер знаю, может, тут себя. Да, что я буду мешать? Погоди, я еще не допью. У меня водка не глушеная. О, блядь, ты сказал спит, там уже, блядь, проглушил ее, надо. Я, да, у меня такой голос стал. Так, кто? Сожгла все. Кто следующий? Вы, у меня уже Валькита, барышня-то уже. Вова, что, опять? Я говорю, да, опять. Что, говорит? Что, говорит, опять? Ты уже набился, что это? Ладно, все, я не успевай даму сначала наливать, только потом. Мужского пола. Блин, я аж оглохла. За дамами нужно. Да. Рыжий сегодня сам пристает, блядь. Танька, блядь. Танька-то беременна, нахуй. Ну это временно, второй год уже, третий. Мы еще не ебались. Так, что, всем? Да мне-то влезай. Я-то не хочу. Как на сдачке, нахуй, снимают. Полируем все. Не, помыл. Это сок. Ну вот компот это, блядь. А руки отмываются, знаешь, как чем? Я тебе дам отмываются. Минеральной водой, знаешь, хорошо оттираются. Водки полей ему на руки. А еще водки можно полить. Будем полей ему водки. Просто на руки, он компотом мой. Компотом. Я не побрился, и все. Танюш, сейчас знаешь, что будет? Вот смотри, сейчас знаешь, что будет? Дедушка на подходе, как всегда. Бульдог себе полный налил, блядь, дед забрал. Давай, дед, за ВДВ, за спецназ, за нас и за всех, давай. За нас, за вас и за спецназ. За всех. Давай, дед, видите, ус какой торчит один из носа, блядь. Ну, какой-то такой. Связь, нахуй, только с космоса. Только где выдерну? Кошка. Ты, блядь, дай ему выбить, нахуй. Обезболивающе. Опа. Сначала надо выдернуть, а потом, блин, да, выпить. Ему бы еще свет, слышишь? Ему бы еще. Бульдог мне выпить тоже хочет, блядь. Это проблема, представляешь? Вот дошел вроде, Серега, дай кошечка. Хлебушек. Булочку дай ему. Хлебушку. Вон с повидлом. Ну так там только булочки с повидлушкой. Так ну, пускай, что? Да его надо в какие вам, колбаску. Давай, на, вот так вот. Что, не боишься? Вот это часы, что ли, у тебя? Да. А, часы такие другие нашли, классные, блядь, вообще часы. И что, время показывает? Что, работают? А нашли где? Опа, не мои ли? Нет, там другие эти часы бы вообще там. Танки там не шли. А Света когда проведешь? Ты Света когда, у тебя Цешка-то где, блядь? У Сереги? А? Цешка-то где? У Сереги? Ну, в садике. В садике у Пети. Ну, я в 5 утра. А у Петьки же? А в 5 утра. Он с 5 до 6 там работает только. Я его на сохранение, я же говорю, на сохранение оставил. А Свет когда будет? А? Свет когда будет? Чего? Свет? Надо подсоединяться, я еще не верю. Там посмотрел, а надо подсоединяться, надо искать. И тем более у нее штраф же за этот, как его, за квартиру-то. А там подсоединяться, если нелегально подсоединяться, то получится, ты знаешь что, то ей еще добавят штраф. И помимо этого штрафа будут еще до кучи нахуй добавить штраф. Не надо, нахуй. Вот нелегально, потому что я не в этом и не хочу. Потому что и так у них долго хватает. Ой, блядь, день растет. Правильно так, сейчас день длинный, нахуй. Ну паха, вот ну где денег вообще, елки палки. Да нихуя у вас стол такой шикарный, я так, блядь, не ем, а вы говорите, да варенье, ладно, эти, блядь. Это блядь, не шататься, колбаса, блядь. Все-таки часы золотые, блядь. А где вы? В тапочках, блядь. Пожрать, варить, блядь.
Там у соседей. Прямо сидишь, никто не пускает? Там кастрюлю. Нет, там кастрюлю. Ну, он все-таки знает, он ходит. А? Наташка? Ну, я не знаю, он Наташки, наверное. Ну. Я не знаю, я туда не хожу. Наташка, Серега ходит там. Да, там кастрюлька, он есть, она там что. Ну, у нее дети, ну, 5 детей куда их. Блять, тоже кормить же их надо. Чем-то, все, она детей кормит. Ну, нахуй, что сранешь и принесешь. Так, это будет бей, 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 ты так вот даже. А там муж есть? А? Муж есть? По-моему, нету у нее мужа, нет? А что ты? Ну что, она с детьми. А ты что-то жизнь переедешь туда, к ней? А я ее знаю, я думаю, кто сам. Я ее, она меня знает. Я побрился. По пояс, вон, на колонке. Да это-то я знаю, я могу так. На колонке, нахуй, побрился. Так замаскироваться, нахуй, даже ничего не подумаешь. Вообще, это. Не, пять детей, я ничего знаю. Не могу выносить. Ты считал? Я считал. Твой шестой будет. Светка сказала, пять детей. Моя пятидетная, да? Пятидетная. Пятидетная, блядь. Она многодетная. Я смысл-то пошел уходить. Она как раз пошла. То ли за водой она пошла, то все. Я, когда иду, мой мешки-то, мусор-то выкинул, все, сходил. А брат-то иду, и она идет как раз. И она на меня так смотрит. И знаешь, как будто меня знают, а я-то ее не узнал. А потом она сюда пришла. А ты раз на сына-то смотришь, ой, мой на меня похож, нет, да? Пятидетный похож на меня. Нет, потом это потом повыше-то она сюда. Серега, что там буквы ищешь? Пришла сюда. Серега, буквы читай. Серега, что, блядь, давай на следующий выходный скажи, что будем здесь делать. Зимон, какой? Что нам принеси вам, блядь? Что будем займемся? Да, не хотел все это видео больше, блядь, дерать. Ты не хотели это. Давай это в мешке, что, обдерем обои, в мешки сложим, а встречу привезу вам обои дешевые куплю. Че, клей, поклеим обои, хули. Ебать. Просто сегодня, видишь, как бы сегодня с деньгами не шибко. Хорошо. Давай обдерем обои хоть, блядь. Хоть что-то. Сейчас. Ну, обрывай, я тебе встречу привезу вам выходные обои. Ребят, давайте что-то как-то сами, ремонт, сами что-то как-то не шибко. Обойчики, ребят, им куплю. Тут Жека сказал, столер тут им шкафчик сделать, купе. Ну, блядь, столчур. Ну, он говорит, уже для шкафа все есть, нахуй. Зеркала, все поставили, говорит, нахуй. Багетное стекло. Дед уже все ближе, да, он, блядь, дед уже руки бедные. Просто сразу, вот это, тихо. Бульдог, ну ты че? А? Иди помогай Сереге обои обдирать, хули. Зал, я следующий выходной обои привезу, будем клеить обои, нахуй, Танька. Да, Танька? Да. Таня, ты умеешь обои клеить? Я-то умею клеить обои, конечно. Ну, все, я привезу вам. Сколько тут надо? Так. Все, ребята. Все, пошла. Потолок наклеен. Обои, а сейчас же пока это клей есть, как его. Сейчас скажу. Я привезу. Там что, копыта не завелись. Ну, видишь, специально. Да. Давай, это раньше, мешки. Эти клесты. Давай, мешки разобирай. Я следующий обои привезу. Ага. А что, у тебя под носом болячка, что ли? Упала? Простуда. Давай, помогай себе, слаживай их обои. Может, это реально тебе, блин. А у тебя потом задача себе на неделю вот это все обшкаблить. Вот это все красное, чтобы я и приехал, потом чисто поклеим. Ага. Мешки, мешки хватит. Да, Танюшка приедет тоже. Да. Женька сказал, шкаф купе сделать. Здесь прорубим в трубе это, здесь будет у нас как бы бар. Позвать будет. Она что, она сквозная там побатана? Я решу, я в тут шоп искал. Шоп? Андрюха, а печку не пробовали ты? А? Печку не пробовали ты? Кого? А нахуй, а у меня не тепло же? Не, вот так у меня два мешка было, он мусор-то выкидывал. Блядь, что там можно разогреть? Так она, наверное, работает? А? Печка? Нет, не работает. Голландка, блядь. Голландка, но... Танька, как голландка. Потому что я знаю, у нас такая же на изумруде печка была. Только выше. А что у них на облачке, что они не работают? Света. Света, не спи, давай собирай, кого тебе дать? Опять у меня я все грязное, что вытянул вот это. Сука, Рома, я переведел, чтобы... Я сливал сюда. Собирай обои. Собирай обои. Что, блядь, бежишь, что ли?
потом уж стряхните и все это все. Разливу, разливись и как сядь на него нахуй, чтобы он, блядь, раздавил, раздавить его, блядь. Танюха, ты там, как вот ответ, он разлил. У тебя за место деда будет жить, то нахуй бегать. Я не ел. Вот этот диван, который там стоит, его вот это все убрать, туда поставить, да? Ну, а что, вот диван не придержащий-то? Вот, у него вот прямо вот тут стоит. В магазине? В магазине. Много мебели. Пачка рук. Потом вот он, до воскресенья. В воскресенье привезло вам обои. Давай, дед, бери метлу, пометай. А дед только пить может, и все, он нихуя больше не может, не работает, ничего не может. А? Ну, давай, дед, мусор взял, пару этих нахуй. Я говорю, не надо было, Серега, надо было ответить, то что после этого. Сейчас снова говорю, убираться придется. Ну, что тебе, блядь, убирайся, я не хочу, блядь, что тебе? Давай, дед, спаси. Вы мужики, вперед. Дед. Давай, пускай тебе не надо. Да пошли вы нахуй. Со своей работой, блядь. От работы кони брут, у деда сегодня воскресенье, хули, блядь. Пойдем вот поперекурим, нахуй. Перекурим все, ребята. Устали. Перекурим, давайте, давайте. Надо знать, что надо веник и все. А то переработайте, нахуй. Света, а где у тебя веник? А вон там, где там стоит? А, вот здесь? Нет, здесь нету. Не обманывай, нахуй. А, вот встретишь? Нет? У Сереги спросить? Ну. Я даже сетку стал понять. Вот он. Что вы? Танька, не видишь, что это уже вообще? Называется пылесос. Танька, я вообще перепила уже, блядь, не видите хера. Давай все стряхивай, Тань. Бульдог, в чем делаешь-то? Покурить, блядь. Ты же курильщик, блядь. На, работай, перекурить не пошел. Два этих обои оторвал слон. А перекурить надо, блядь. Отсыка. Встает парень, блядь, хули. Ребята, им тоже, видите, нельзя шибко это работать. Они, видите, всю жизнь не работали, им заставлять их. Они быстро устают, нахуй. Танька, он, видите. Вот Серега, молодец, один только, блядь. С Танькой. Че, вот здесь что ли прямо стряхивать? А стряхай здесь, потом снетешь, да и все, конечно, хуй. Че ты? А, сетки, как сетки, действительно, я нахуй ничего. Дома, блядь, сетка, или там выпить, блядь. Все, нахуй. Да, сетка? Иди подметай, хули, тоже ходит. Смеется, блядь. Будь здорова, Танюшка. Расти большая, как корова. И так уже, как слониха стала, блядь, это еще как корова. Че? А, Светки, руки в карманы, нахуй. Танюшка приехала в гости. Блядь. Молодец, Светка, нахуй. Светка, руки вытащили в карман, позвоняет. Сейчас второй мешок. Давай, ты пошел мусор помимо? Будешь? Ну, давай, пошли. Пошли. Там же диван есть, ты. Пошли диван, посмотрим. Я сейчас посмотрю. Давай, мы пошли. У Кировского. У Кировского? Ой, я думал, что ты... Что ты, Джон, блядь, прикалываешься, да, нахуй?
А где у тебя Тохина курточка? Давайте тогда мешки тогда, когда вы будете там отдирать и нахуй, или да. Мешки закрутите нахуй, я буду вытаскивать. Давай, раз на то пошло. Третий дом где-то опять взял. Это Серега мне подарил. Серега подарил. Давай, бери, пошли, я тебе пузырек дам. Юр, ходи давай. Ты, блядь, знаешь, сейчас я не покажу на руку. Сапоги нажать его. Он уже родился, блядь, сука, пару, блядь. Ноги завоняют, блядь, да? Давай, блядь, пошли нахуй. Сейчас пузырек тебе возьмем. Пошли, блядь, покажешь нам. Ну, блядь. Правильно, вот так надо, блядь, пацаны, заставлять, чтобы, блядь, все прибирались там. Следующий, чтобы стены ободрали, понял? Я привезу вам это, будем клеить обои, понял? Я же, блядь, не нахожусь, блядь. Правильно, ты же здесь живешь же, блядь. Ты же здесь живешь, нахуй. Живу, блядь. Правильно. Я бомбалюк, я живу. А, бомбалюк собирали всех. О, в мой эту, как ты помнишь, как ты показать, я побежал. Поешь с нами сегодня? Я здесь, я здесь, блядь. Вон диван, ты видишь, нахуй. Ты сегодня здесь занимаешься, нет? Я у себя дома. Куда? Пока не залезли. Почему? А что, съехали же, нормально вы? Таньку, блядь, на шишку, нахуй. Вовку под мышку, нахуй. Новый диван, блядь. Новый диван, блядь. Посмотри, что, блядь, не диван-то не ходишь, блядь? Он там холодильник, это вы разобрали-то? А? Вот это, а? Чё ты, блядь, не нравится диван-то, блядь? Чё уёбываешься? Охуенный диван, нахуй. Ну-ка, посмотри. Нет, так Женька себе заберет нахуй. Не, какой тут, нет, нет. А целый везти тоже, вот тут ты повезешь. Ну. А где заказывать? Ладно, пошли за следующим. Там есть много, там есть. За следующим. Софа, на, там все есть. Софа, там все есть. А? Давай быстренько, блядь, посвернись нахуй. Что-нибудь хорошее найдешь, так натащи нахуй. Дом. Ты поедешь что-нибудь с нами, без? А потом как ты? Я тебе там дал 120 рублей, ты потом доедешь обратно. Может, я здесь не буду, я здесь увижу, как лишний, как будто у нас. Ну, лишний здесь чувствуешь? Интересно. Ну ладно, ребят, пошлите мне. Вот Серега, нормально. Приборка, обдирка идет, нахуй. Серега, мы тогда бульдога заберем, у вас без? Сейчас. Ну да, сейчас. Он подвес собрал. Вот здесь это будет сейчас все убирать. Не, мы сейчас обдерем обои, выкинем. Пойдем, подремся там. Бульдогу везем, да? А бульдога утром приедет. Я не знаю, он хочет показать люк свой какой-то. Ты в этом приезде или что? А? Приеду, приеду. Я денег ждал, он уходит. Или это, там может где-нибудь увидеть в городе. Давай, позвай в городе, чтобы глаза еще. Давай выхлопывай ковры. Ковры давай выхлопывай. Мы забрали банки, ты пока эти. Да и ковры, я хотел сегодня выхлопывать, там, там орут соседи. Потому что выхлопывают, за гостя выхлопывают. Где-нибудь найди нахуй, блядь, право, зайди нахуй. Бакушка, блядь. Бакушка, ну вообще. Я сегодня хотел его вынести. Танюшка сейчас покажет там всем, а дед там, дед скучает, раз за пузырьком пошел опять. Дед, блядь, дед-то, ребята, любит выпить нахуй. Че, дед-то, блядь, раз пузырек увидел, побежал. Дед, блядь. Бульдог, ты бы сюда пузырь принес, здесь наливали бы работникам. Слышь, пузырь ты принеси сюда, наливай. Че там? Значит, дед, блядь, не работает, нихуя выпил, блядь. Дед, иди похлопай. Дед расстроился, пузырь вели. Прощелкал счастье, блядь. Блядь, ты люстру такой повесил, что ли, для красоты-то, блядь? А что такое, ты трудовая, что ли? Паспорт, что ли, мать, люстру? Мамин. Мамин? А, твои? Где нашла я? Попался, блядь? Ну. Прятанный? А ты не знала? Нифига. Можете кредит оформить, нахуй. На Пашку? На Пашку там паспорт не мой. Серега, иди выпить ты, блядь, что ты не пьешь, я не пью. Красиво, ты видишь, а ты видишь. Серега, выпить? Ну, покажи хоть фотку вам. Помню, она же. А, ну, помню, да. Че, Бульдог, опять не можешь? Вот здесь, Серега, здесь водка. Мэй. Майя? Да. Почти так вот, видишь, паспорт пошла как раз. Спой, а? Не надо вам пить, будет авторский права для нарушения. На новом у меня.
А ведь в жизни в моей, любовь моя, красавица такая. Она возьмет меня в рукава и завернет, как сатана. Сатана идет за мною, но за мной не будет. В руку забрали, он так встал, пошел на ливане. Давай потанцуем. Дед, иди сюда. Да пошел а тебе нахуй. Не мешай, блядь. Так, это надо вообще. Давай, обои-то обдирай, хуй. Все, дед клык идет. Дед клык торчит. Полосатый режим. Морковку будет? Полосатый режим ходит. Не полосатый. Сейчас упаду, я сейчас поскользну. Не полосатый. А был подожжен. Спирт будет натер, Вовка, спиртом. Серега. Серега. Эй, хотел бы массаж сделать. Ой, не трогай меня. Танька, ну ты что, иди, помогай, руководи, блядь. Скоро уж поедем, блядь. Таньки, блин, тупиком заразишь кошку. Не-а! Целую тебя. Да она такая вообще, ну... Свет, подметай будь, Марк. Да сиськи нахуй ничего. Она паспорт нашла. Ну, здесь не живешь, блядь. Ага. Они, наверное, приезжают просто на съемки, блядь, пока. Давай, Андрюха, шевелись, от ковры. Клюшку, блядь. Шевелись нахуй, хлопай все ковры нахуй, похуй нахуй. Я в бамбулеке нахуй, меня поувидишь там. Давай сейчас поедем рядом. Ребята, ставьте плюсики, если вы хотите увидеть бамбулек. Сейчас там просто жарко, сейчас лето у нас там, тебе нужно. А на зиму, ну все, соседи там, блядь, вообще без Б. Соседи без Б? А? Окей, что, соседи по бамбулеку? Ой, не знаю, там это будет. Все, хорошо, пока покажешь. Хлопай ковры. Дед, иди вон водочка, вон водочка. Наливай. Ну что, а танки где, блядь, умрла, что ли? А? Танки-то где, умрла? Какая? Да. Танька Манька? Да, Манька. А она нет. Умерла? Умерла? Да. Да, умерла. Да, умерла, да. Как она умереть могла, когда я ее видела? Когда? В Новый год. На Таньку-Таньку-то. Да, да. Да? Она живет? В Новый год, ну, на улице, блядь, пять месяцев, блядь, уже в Новый год не видел. Да она жила-то вон. Ой, где вот, я живу? Она, Сашка. Она пока покушать, нахуй, это, выпить принесет, пожрать принесет, нахуй, все, она живет, нахуй. Когда, блядь, она не приносит, не выпить, не пожрать, все, иди в Ленину. Все, нахуй, вот так вот. Она не сама рассказывала, как она живет. А бульдог имеет право переодеваться, да, Леха? Ты имеешь право переодеваться же? А? Ты же будешь постоянно по спорту. Ну не, ну просто не я просто еду, одежда, чего это будет. У меня, блядь, одежда на мой размер не переводит. Таньки, ногти мой, все-таки ногти крепкий брал. У меня, блядь, это самое. Давай, Вовка, вдирай будет. У тебя как раз ноготь как шпатель. Один по волне спрятал. Кстати, его там нет. Два мужика в доме, пусть и вдирают. Рыжий, ой, дед третий нахуй. Это? Дедушка клык не купил. У меня был, я одежду, мне чуть жена дать. Одежду дала, я ей там помогал ездить. Это самое, одежду приезжать дала, что я привез, спрятал. Одежда пропала. Потом еще привозил. Дядь Вова мне давал одежду. Еще был. Тоже нету, нахуй. Ничего нету вообще, да? Конечно, ты обои обрывал. Вообще будет прививаться на мой размер. У него сын такой же, как я. Он мне вещи и отдает. Вот эти вещи отдает. Ты что, говорит, где ты раньше был? Я, говорит, их вытянул, нахуй, всех. Ножи у меня, блядь, такие нормальные. Да? Смотришь на меня, ты, да? А сам боишься, блядь. Так, какой животом, хопа, его, нахуй. Хопа, его, нахуй. А вот это же тоже надо все. Да когда выбрасывать, наверное, на... Планиться нужно. А не телевизор смотришь, не знаешь. Не, да куда, да, блядь, именно, да куда, это же, блядь, вещи. А тут уже все переполнено. Давай, дед, рви его, нахуй. Нахуй мне нужно. Просто что, блядь, за компанию помоги, хоть. Быстрее домой. Я бы жил бы здесь. Ну, а друг, ты от сумой тюрьмы не зарекайся, можешь, будешь тут жить еще. Торт, он, видишь, что еще остался. Бульдог не доел, что торт.